Я была у вас на стендапе месяц назад, и так. Кто-то задал вам вопрос, что вы будете делать, если исчезнет стендап. Так вот, меня интересует, что вы будете делать, если исчезнут белые футболки с пальмами. А я был тогда в белой футболке с пальмой? Да, вы все время в белой футболке. Нет. Я просто думаю, возможно, полтора года назад у вас начались отношения, у вас определенно был секс. И смотрите, извините, что вы имеете в виду? Полтора года вы ходите в этой футболке. Возможно, вы считаете, что вы привлекательно мне выглядите. То есть вы считаете, что мне кто-то дал в этой футболке? Я такой, блядь. Ну, держитесь. Выхожу на центральную площадь и такой...